Сегодня вы увидите сериал «Не хочу тебя терять» 4 серии, дата выхода 2020 года 20 декабря. Соня с детства влюблена в своего одноклассника Андрея. Но он предпочел ей другую, красавицу Таню. Спустя 7 лет судьба снова сталкивает Андрея и Соню. Она, как и мечтала в юности, стала отличным хирургом, а Андрей – успешным архитектором. Только любви настоящей не случилось ни у нее, ни у него. Кажется, что надо сделать только один шаг навстречу друг другу, и первая любовь вспыхнет с новой силой. Но на их пути снова становится Таня. Теперь жена богатого бизнесмена, она задумала втянуть Андрея в жестокую и опасную игру.